Итак, бросок и гол. Да что ж такое? 3-3. Вот это сверхрезультативный хоккей мы наблюдаем. Ростислав Чадов понимает, что удается пока вытащить эту встречу. И Томаш Микуш празднует успех. Вот так вот сегодня 5 нападающих в четвертой тройке заявлено условно. Вот так вот интересно. И Томаш Микуш, 13 номер, забрасывает шайбу, свою третью. И опять Бёберли не лучшим образом сыграет. Давайте смотрим, кистевой бросок прямо в девятку. Ворот Томаша Бёберли. Не спасает голкипер, и уже 3-3.